Время поработать руками. И со мной как раз рукодельница Юлия. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем уляпывать все, что возможно, материалами для ногтевого сервиса. Мы попробуем изготовить кулончик, имитацию драгоценного камня, огненного агата или эфиопского опала. Для создания имитации такой красоты нам понадобится гель для наращивания ногтей, ультрафиолетовая лампа, тени для век, блестки, зубочистки, канцелярский нож, кисточка, пилочка для ногтей, кусачки, плоскогубцы. Дальше мы берем что-нибудь пластиковое или силиконовое. Начинаем с топа для ногтей. Наносим капельки разного размера на выбранную вами поверхность. И после этих капельки мы отправляем секунд на 30 в печку. После того, как капельки слегка затвердели, мы наносим на них втирку для ногтей. Из-за того, что гель еще не полностью высох, блестящая пыль отлично прилипает. И после капли аккуратно ножичком отрываем от поверхности. Для удобства можно помогать зубочисткой. И что же это мы сделали такое красивое? Мы сделали внутреннюю структуру нашего будущего камня. А теперь делаем подложку, в которую вмонтируются эти пузырьки. Здесь снова нужен топ для ногтей. Наносим его на то место, которое мы уже испачкали. Размазываем тонким слоем по форме будущего кулона. Теперь, аккуратно помогая зубочисткой, наши капельки утапливаем выпуклой стороной в гель. Поскольку это у нас будущий кулон, нам нужно будет предусмотреть для него крепление. Я беру вот такой вот штифт с гвоздиком и утапливаю его в геле. И в таком виде отправляем на 2 минуты сушиться в лампу. А после этого мы повторим процедуру. Нанесем гель, высушим, нанесем, высушим. И так слоя 3-4. После этих операций мы отклеиваем от поверхности будущий кулон. Придаем необходимую форму кусачками, а пилочкой сглаживаем края заготовки. Она невозможно липкая, поэтому мы сейчас покроем ее гелем без липкого слоя. Сперва с лицевой стороны. Теперь сушим под лампой 2 минуты. После фронтальную сторону покрываем блестками и сверху наносим слой нелипкого геля для наращивания ногтей. И в солярий. Наш кулончик практически готов. Осталось подвесить его на цепочку. Обернув штифт вокруг зубочистки, помогаем инструментами сделать петельку для цепочки. Вот такая красота получилась у нас из гелей для лака и блестяшек пару зубочисток. Все так просто, что Юля опять меня удивила, как всегда. Вот. Что скажете? Вашему мужу я скажу вам спасибо.